нас жуков в природе или карасев? Привет. Привет, родной. Ну как ты? Болит. Болит, я знаю, что болит. Сегодня мне сказали, надо ходить. Надо вставать, я знаю. Надо присаживаться. Мы говорили, сейчас сделают укол. Ну, мы с тобой будем потихонечку. Буду пытаться ходить, очень больно. Я знаю. Ходить нужно вначале научиться присаживаться и потихонечку вставать. Потихонечку будем с тобой держаться. Первые три дня. Я не представляю, как это будет. Я не ожидал, что вы так больно. Я знаю. Я уже это сказала. Я практически все время терплю. Все время. У меня не бывает светлых промежутков вообще. Может быть, есть вариант, Андрюш, что-то посильнее? Давай будем делать. Делать максимально все сильно. Максимально, да, сильно? Mm-hmm. А более серьезные препараты нельзя? Mm-hmm. Почему? На первое время? Mm-hmm. Сейчас поговорим. Я поговорю с Ниной. Это, зачем? Боль тоже это стресс. Чтоб ты не мучился. Это с Ниной я с Черняховским поговорю. Идея о том, что программа обучения, которую мы планируем сейчас реализовать, будет финансироваться из этого фонда. Программа проведения клинических исследований в онкологии также мы планируем проводить финансирование из этого фонда. Программа скрининга, программа онкологических регистров. Это все те проблемы, которые в настоящее время стоят перед онкологами. Мы попытаемся решить именно с помощью этого фонда. Мы попытаемся снизу использовать наши возможности для того, чтобы влиять на эти проблемы. Дай, Андрюх, дай киски. Не щурься. Как ты говоришь своих пациентов? На вторые сутки поднимаешь, да? Да. Как ты им говоришь, ну-ка? На вторые сутки. Ты заходишь в палату, что ты говоришь? Если в покое не болит, да, значит, можно подняться. Угу. А у меня болит даже в покое. А если покой болит, пациент тебе говорит, у меня болит в покое. Значит, мы его обезболиваем. Угу. Ну, точно такой же подход. И потом, как ты ему говоришь? Пациент говорит, знаете, мне больно, доктор. Я не могу встать. Аккуратненько поднимаемся.
Я тебе покажу сейчас как. Я проведу мастер-класс. А есть те, которые не хотят подниматься? Есть, конечно. Я, например. Давай монтаж. Давай-ка с медсестрой вместе сделаем. Или хочешь сам? Ой, извини, хорошо? Угу. Лег. Так, подожди, не поняла. Здесь у тебя еще. Ты подключен к куче систем, да? Все хорошо. Сейчас тебя одену, подожди. Почти как хирургический костюм. Давай-ка это я держу, а тебе на всякий случай руки понадобятся, если вдруг что. Вот так, давай-ка. Все нормально. Вот так, да? Молодец. Если что, назад можно падать. Если что, назад можно падать. Давай, пошли. Давай, я держу, а ты руки освободи. Не, я держу. Давай. Я держу все. Давай, я не волнуйся. Дойди до перевязочной. Да, чтобы ты круто сделал. Все, то, что надо. Тихо-тихо, не торопись. Где ты это? Все ушли. Вон там уже улыбаются девочки. Стой. Ну, мы уже вот. Легче стало. После анальгина. Да, ну, то есть хорошая идея. Хорошая идея, отлично. Ну, мы тогда так и будем делать. Трамал и анальгин. Да, особенно внутривенно. Ага. Это уже испробованный вариант. Ну, видишь. Вот эту штуку надо на шею надеть. Это будет значительно эргономичнее. А вот это все в мешок. Мешка у нас пока нет, да, никакого. Салфан. Просто пакет. В целом, ну, по крайней мере, сейчас терпеть можно. Ну, хорошо. Да, умылись, почистили зубы, все. Уже не зря, мы встретились. Ну, я специально зайти. Засвидетельствовать свое почтение. Добились эффекта. Мы уже побрились, помылись. Анальгин нормально. Надо будет так и делать после термала. Да. Вы убежит вообще так от нас. Теперь я стану лучше понимать своих больных точно. Я только что хотела сказать. Ты перед тем, как стать хирургом, был санитаром, помнишь? Угу. Прошел все этапы. А теперь ты стал еще пациентом. Теперь еще и пациентом. Я буквально вчера об этом говорила. До вчерашнего момента ты был хирургом. Точно. А с сегодняшнего момента, вчерашнего, ты стал пациентом. А теперь я точно стал пациентом, да. Да. Это вот... Добрый вечер, уважаемые друзья. Спасибо, что вы нашли время и присутствуете сейчас в зале. Прошу прощения за слегка гундосый мой голос, поскольку ноябрь все-таки месяц специфичный. Я думаю, что множество людей сейчас в настоящее время страдают так же, как и я, от простуды. Безусловно, простуда моя пройдет, но вы знаете, что я, кроме этого, еще онкологически больной. Я очень надеюсь, что мой рак оставит меня. Все на это надеемся. Поэтому сейчас за столом присутствуют и в зале люди, которые поддерживают нас в борьбе против рака. Это люди неравнодушные.
люди, которые хотят изменить ситуацию. Мы знаем прекрасно, сколько проблем у нас сейчас в стране, связанных с онкологической темой. И поэтому мы хотим сегодня рассказать вам о новом проекте. Это самое начало большого плавания, возможно. Все зависит от того, насколько наши усилия будут плодотворны, насколько люди, которые желают нам помочь, смогут это сделать. Поэтому я очень надеюсь на ваш успех и на то, что мы сможем все вместе, совместными усилиями, изменить ситуацию к лучшему. Да? Илюха, давай. Привет. Ну чё ты, как? Ну так, чё? Ну чё? Ужас, такой ты прям вообще несчастный. С синяками с такими. Ничего. Трешак. Трешак. Честно. Вообще, да? Изуверы. Чё наделали с человеком. Ты знаешь, на этого, на кого похож? Я увидела фотографию первую. На дядю Фестера. Да, точно, кстати. Дядя Фестер. Ой, Андрюха, вообще. Когда лежишь хорошо. Когда шевелишься, да, плохо? Когда встаешь, начинаешь вставать, тогда начинается страшак. Да. А что, прям внутри болит или шов? Внутри или что? Болит. Внутри все болит. Слушай, ну внутри же быстрее заживает, чем снаружи, да? Наверное. Ну ты ж доктор, ты ж должен знать процессы. Ну да, кожа заживает. Дольше. Я же не доктор, он пациент. Он сейчас ничего не знает. Который противится всему. Тебя вообще вот так вот, да, раскрыли? И у него все вот здесь вот покоцано. Видимо, расширительный, когда кожу повредили. А ребра хоть не ломали? Ну, видимо, парочку сломали. Может, и поэтому больно-то? Ну, поэтому и болит, да. А что, могут, правда? В основном болят вот эти места. Нижние ребра. Ну, да, нижние ребра. Да. Что, хочешь сказать, поломать? А шутишь, что ли? Нет. А что, могут поломать? Нет, конечно, когда раскрывают вот так вот. Ты что, не знала? Они могут ломаться. Еще сказали, что лимфатические узлы. А, эти лимфатические, да, Андрюш? Или это были очень низкие? Селезеночные. Да? Были такие. И скажи. Стежи. Короче, сожгла всю химию. Кошмар. А то есть они мертвые вообще? Ну, скажет нам морфолог. А их удалили тебе? Да. Все удалили вот эти, да? Все регионарно удалили, да. Mm. Так полагается. Угу. И сейчас будут исследовать их? Да. А если что-то будет в этом, что тогда? Где? В этих лимфоцитах? Это не важно. Не важно? Химии больше не будет. Это ты так решил или так сказали? Нет, это так решено. Ты так решил? Мы же ввели, нет. Мы ввели эти 4 курса. Да. И все. С операционных до операции. Да. Все. У меня печень такая, писец. Да? Говорят, там уже все. Она же имеет свойство восстанавливаться. Платиновая, так называемая печень. Платиновая? Угу. Она же восстанавливается, Андрюш, да? Она медленно будет восстанавливаться. А ты желудок свой не видел? Тебе его не покажут? Мы сфоткали. Сфоткали его, да? Ты нам покажешь? Угу. Нет ничего вкусного. Ой, на мне как град. Все. Мам, можно в машину залезть? Можно? Брррр, папа, это так плохо. Крис, я скажу. Так, у вас погиб.
Эти фотогеничные, ты ерунду говоришь. Чувствую я себя довольно неплохо. Это значит, я могу водить машину, ходить по улицам, вот, принимать пищу, ну, понятно, с определенными ограничениями. Я называю это титрование пищи. То есть очень маленькими порциями, но постоянно. В общем-то, путь пациента оказался гораздо сложнее, чем я об этом думал. Я имею в виду послеоперационный путь, потому что, ну, во-первых, приходится много терпеть, гораздо больше, чем я предполагал. Вот. И я стал лучше понимать своих больных, это 100%. Я буду проводить определенные организационные изменения у себя в отделении. На основании того опыта, который я получил, будучи пациентом. Поэтому вот так. В общем, теперь я понимаю, что это очень непростая ситуация, послеоперационный период. Самый сложный период, на мой взгляд, был с 4-х по 6-е сутки, когда уже вроде как все и неплохо, но еще и нехорошо. И в этот период максимально стало плохо спаться. Я просыпался ночью в 2-3 и дальше просто не мог спать, не мог заснуть. Хотя я морально настраивал, что в первые дни будет больно, но это было больнее, чем я ожидал. Ничего страшного. Но мы бы не успели. За 2 дня я, честно говоря, сейчас не очень, ну, еще быстро устаю очень. Мне полчаса работы за компьютером, и мне потом надо час полежать точно. Поэтому я бы точно не успел сделать эту презентацию для тебя. Ну, вот сейчас отлаживаю питание потихонечку, да. Ну, глотается сложно, конечно. У меня очень тонкий пищевод, он сказал. Детский он меня его назвал. Оставь. Да. Вот я мисочку бабушке дала. Ой, да ты неправильно делаешь. Давай, возьми тарелочку побольше. Мне удобнее сразу туда. Да ну брось ты на тарелочку. Потом выкину, сядь на туда. Натюш, моцареллу хочешь? Аня, положи ты ему в конце концов котлету с пюре. Потом будешь разбирать. Да пусть использует каждый шанс. Данька, папе нужно поесть. Дань. На, родной, держи. Я тебе даю хлебушек. Кушай хлебушек. Ну, молодец. Все, следим. Да, следим, чтобы тебя не забрали. Так он, я боюсь, что Фунтик убрал. Фунтик! Только Фунтик! Вот все вижу. Фунтик просто голодный. Да прямо голодный. А что? Нет? 2 раза в день. Фунтик! 2. Для собаки это немного? Ну да. Что я ешь? Где бы ешь? Дай мне трогай. Фунтик!
Ну что, не идет, папа? Мне котлет не пойдет. Ну, правильно, я тебе сказала, в суфле. Сколько ты еще будешь мучиться? Давай я тебе сделаю с этим, знаешь, какое? С телятиной, хочешь? А ты ее жуй, 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 долго, долго, пока она в кашу не надо, нельзя не надо это есть. А ферменты? Нет, ферменты я уже съел. Папа, что за ферменты? Надо походить. Куда? Вы? Куда? Через месяц разбужу радостолос и буду есть шашлык. Понятно? Да дай бог. Так, число сейчас запомню. И 100 грамм пить, да? Сейчас я не выложу. Андрюш, опять капель нельзя снимать? Можно. Пиу, пиу, пиу. Вискаря. Нет, вискарь нельзя. А что можно идти? Можно, можно, можно коньяка, наверное, можно. Коньяку, водка есть. Можно водки. Давай с тобой по рюмке. Давай по рюмке. Давай тебе еще Лепса включу. Точнее, мне пол рюмки. Включим Лепса рюмка на столе и будем снять. Андрюша, а тебе точно будет хорошо? Мне будет хорошо, мама, поверь. А почему вискарь? Я тогда не хочу. Вискарь более агрессивный вчера. Да. Выспались? Да? Ну вот. Хоть кто-то выспался. Хоть кого-то. Красиво. Так. Все. Все, пока лежим. Голова не кружится. Записал? Да. И за фотку записал. Классно. Ну вот. Программа максимум на сегодня закончена. Даже для пси не помню. Но она была не нужна. Я вот так, на всякий случай, Коль. Ты видел, да, так выглядел наш Томос по Давыдову? Ты его видел хоть раз? Классно. Нет, реально классно, потому что мне очень понравилось. Там все чисто, без всяких эзофагитов, без и так далее. Настомозитов, то есть не ясно, ничего нет. И пищевод чистый. Буду вставать постепенно. А тебе помочь? Сидим. Пока просто сидим. Голова кружится. Слегка. Пока кружится. Пока посидим просто.
Вовка, ровно год назад ты мне делал гастроскопию. Ну, без наркоза тогда было, да. Тогда было без наркоза. Да. Ну, сейчас более комфортно, ты спал, не мешался. Нам тоже было комфортно. Нет, сейчас результат другой, мне сейчас он больше нравится, чем в прошлый раз. Пять минут поспать, да? Между прочим, да, хорошая тема. Слушай, когда попал, все-таки волшебная штука. Ну, вообще супер классный анастомоз. Давыдовский анастомоз, кстати, здесь. Нет, ну это класс, потому что ну, никаких таких не вижу. Ну, слизь, которая должна быть, то есть понятно. Видно, что признаков воспаления нету, это абсолютно нормальная здесь ситуация. Понятно. Мы посмотрели 10-15 сантиметров туда, и, ну и, собственно, на этом остановились. Все. Спасибо, Игорь. На здоровье. Все, спасибо. Да. Ну что, все, все прошел. А, ты знаешь что? Я знаю все. Я как бы ходила, металась. Светлана Сергеевна сказала, что вроде все неплохо. Что контраст на вас как-то? Вам надо чаще вводить контраст, то есть я говорю замедленное движение. Где? Сейчас? Да. Это не контраст, это пропофол. Да что вы? А вы и там пытались двигаться, но еще никого не выкатали. Нет, нет, я же сейчас с эндоскопией. У меня уже все сделал. Сейчас Марков побежит. А? Сейчас Марков побежит. Побежит? Ну, Марков вообще любит ходить, да, тут знаком. Не-не, мы сейчас только что с ним общались, все нормально. Может, вам горизонтально? Не-не-не-не-не. Мы вам стол поставили? Нет. Нет, ну правда. Нет. А кофейку нормально? Все мое на ногу. Кофейку сейчас будет, блин, это просто вот офигенно. Уважаемые друзья, мы заканчиваем работу над первым глобальным сезоном проекта «Жизнь человека». Это история про меня, история документальная, и она будет завершена выходом последнего документального ролика. И в дальнейшем этот проект будет развиваться, как я вам уже и говорил, в нечто новое. Это будет медийный проект, который будет посвящен всем онкологическим больным, их помощи, организации им помощи. И, по большому счету, это будет проект про вас. Спасибо вам. Всего доброго.